Накануне ответной игры главный тренер Станислав Уласевич попросил каждого из футболистов написать свой вариант стартового состава. Исходя из полученной информации, он назвал: «Начало матча у Небана не задалось. Алекс Исоев обидно срезал мяч в собственные ворота. Однако вторая половина получилась на загляденье. На 61-й минуте Сергей Солодовников отквитал один мяч. Буквально через минуту Юрий Мазурчик смазал с пенальти. Но через 7 минут форвард сумел исправиться, принеся Неману желанную историческую победу. А Беларуси первые еврокубковые очки». Когда получается, когда ты играешь, время летит незаметно. Раз и все. И при этом ты еще получаешь наслаждение. Гол этот, голан, мяч.